В Ауле-Псыш в рамках реализации национального проекта «Культура» будет создана модельная библиотека нового поколения. О том, как она работает сейчас и какие изменения грядут в этой сфере, расскажет Альбина Ламкова. В нашем современном обществе библиотеки перестали играть роль главного источника информации. Сейчас она стала центром досуга и позиционирует себя как площадка для самореализации человека. Но, тем не менее, популярность книг не падает. Рамина Тимова с 8 лет ходит в библиотеку. Я люблю читать. Я иногда беру книги, дома читаю и приношу их. Но я люблю читать там сказки разные. Ну и басни люблю. Работники библиотеки делают все для того, чтобы не только не потерять читателя, но и расширить их круг. Совсем скоро центральная районная библиотека преобразится. Здесь будет проведен ремонт залов. Кроме внешних изменений, люди смогут оценить и новые технологические решения. В итоге чего будет создан современный многофункциональный социокультурный центр, где можно будет не только взять книгу, но и послушать лекции, поучаствовать в мастер-классах и кружках. Метод поиска лучшего стал мотивом для участия в национальном проекте «Культура», рассказывает директор районной библиотеки имени Керима Мхце Фатимат Гидигулова. Узнав о конкурсе, она вместе с коллегами на протяжении года готовилась для участия в нем. Занимаясь проектированием нового пространства, мы особое внимание сосредоточили на создании зон, которые бы плавно переходили друг в друга, отвечали бы возрастным критериям, были бы многофункциональны, удобны и привлекательны. Основная идея при создании нового дизайн-проекта – это современная библиотека, которая является не местом для хранения и использования документов, а центром социально-культурной жизни района и аула, местом образования и досуга. В библиотеке нового поколения будут все условия для создания современного пространства. Это соответствующий ремонт, мебель и оборудование, оснащенное передовыми технологиями. Надеемся, что библиотека станет новым местом притяжения людей нашего района и аула, где они смогут не только получать нужную информацию, но и реализовывать свои проекты. Современная модельная библиотека скоро откроет двери. А сейчас люди пребывают в предвкушении этого пока чуда, которое призвано стать нормой. Приобретение нового статуса модельной библиотеки, я думаю, что наша работа будет еще ярче. В том плане, что у нас будут такие большие, красивые кабинеты, в которые мы сможем приходить уже большими классами и проводить уже в самой библиотеке свои мероприятия. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Абазинский район.